Музыкант Александр Градский госпитализирован с подозрением на инсульт, ранее на съемках шоу «Голос» и намека не подавал на плохое самочувствие. Об этом заявила Юлия Курганова, попавшая в команду к знаменитости. Она призналась, что очень переживает за наставника, но утверждает, что ранее он чувствовал себя лучше. На прошлых съемках он был в очень бодром состоянии, присутствовал на репетиции, рассказывал истории, пел нам, ругался иногда, рассказала Курганова. Также известно, что сын артиста Даниил Градский от комментариев отказался. Говорить на тему самочувствия отца не хочет и не будет. Состояние Градского оценивается как тяжелое.